Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня очередная распаковка, вернее продолжение вчерашней распаковки. Здесь солнцезащитные очки с сайта AliExpress. Вчера я вам показал поляризованные очки одни, а здесь солнцезащитные спортивные очки, типа очки для вождения. Давайте откроем и посмотрим их. Быстрая доставка из Гонконга, 10 дней. Как я уже говорил вчера, брал очки все в одном магазине, поэтому отправил одной посылкой. Очки недорогие, стоят 500 с копейками. Так, здесь у нас тряпка с логотипом Джули. Отвертка в подарок. Сами очки в чехле, мешочки. Очки спортивного типа. Вот такие мне больше нравятся. Хотя они не поляризованные, но солнцезащитные и стоят недорого. Дужки мягкие, обалдеть. Блин, гнуться как хочешь. Ой, блин. Вот такой дизайн у них интересный. Подушечки. Поднос тоже очень мягкий, хорошо гнутся. Здесь подушечки резиновые, силиконовые подуши. Тоже не намнешь. Смотрится красиво. Смотрится обалденно. Также можно взять различных цветов. Я вот взял коричневые. Таких у меня еще не было. Очки можно менять каждый день. Ну, очки сидят отлично. Классно. Видно. Тоже все видно отлично. Хоть они не поляризованные, но видно в них отлично. На солнце смотрю, но немножко щурюсь, конечно, естественно. Как я уже сказал, можно взять из различных цветов. Переходите по ссылочке, ссылочка будет в описании под видео. И выбирайте себе очки на лето. Сезон начинается, удобные. Вот это мой стиль. Мне почему-то нравятся очки больше такого спортивного типа, чем большие, типа авиаторов классические. Ну, на этом, наверное, все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всего доброго. До свидания.